В Москве задержаны мошенники, которые обманывали пенсионеров. Они звонили пожилым людям, представлялись работниками больницы и сообщали о якобы госпитализированных родственниках. Не давая своим жертвам опомниться, они предлагали купить препараты. Как сами говорили, не дешевые, но очень эффективные. А вместо лекарств продавали обычную перетертую траву. Преступников четверо, доказана их причастность к 25 эпизодам. Всего им таким образом удалось получить 10 миллионов рублей.